Для того, чтобы развести конфликтующие стороны на Донбассе и добиться прекращения огня, необходима резолюция Совбеза ООН, после чего на востоке Украины должен появиться миротворческий контингент. Такой вариант поддерживают более 75% украинцев. Об этом заявил нардеп Вадим Новинский. Сегодня он пообщался с британским лордом Ричардом Ризби. Обсудили варианты прекращения вооруженного конфликта на востоке страны. Мне очень приятно находиться в Киеве. Мы приехали на Ялтинскую конференцию. Я глава британско-украинского общества в Лондоне, и у нас есть активная программа для диалога между нашими депутатами и депутатами Рады. Мы провели очень честный разговор о том, какие трудности и возможности стоят перед Украиной, и главное, как достичь мира на Донбассе. Наши высокие гости хотели узнать мнение оппозиционных политиков, мнение оппозиции о ситуации дел в стране, о том, что происходит в нашей стране. То, что мнение оппозиции и мнение власти очень часто отличаются. Как правило, власть всегда показывает ситуацию в таком очень красивом виде. Это задача номер один – как достигнуть мира. Мы представители партии мира. Я уверен в том, что с принятием этой резолюции партия войны потерпит сокрушительное поражение и должна уйти на свалку истории.